дорогие друзья, именно так я хочу сегодня всех вас назвать, потому что команда – это дружная семья, это близкие друзья, это те люди, которые чувствуют себя, друг друга уважают и вместе добиваются славных побед. Позвольте сегодня, в этот день, зачитать приветствие президента Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева. Руководству, тренерскому штабу, игрокам и сотрудникам хоккейного клуба МВД. Уважаемые друзья, рад поздравить вас с серебряными медалями второго чемпионата континентальной хоккейной лиги, открытого чемпионата России. На протяжении всего сезона ваша команда составляла достойную конкуренцию именитым соперникам и добивалась высокого результата благодаря воле к победе и мастерству игроков, профессиональной работе тренерского штаба. Рассчитываю, что участие ваших спортсменов усилит объединенный хоккейный клуб «Динамо», привлечет внимание многочисленных болельщиков и будет способствовать развитию массового спорта, распространению идей здорового образа жизни в нашем обществе. Желаю всем крепкого здоровья, удачи и новых побед. Москва, Кремль, 23 мая. Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.